Я рад приветствовать растениеводов и мозгоедов на канале Дамако, меня зовут Станислав, и сегодня мы начинаем прохождение игры «Растения против зомби». Эта игрушечка будет проходиться на стриме. Если вы желаете пообщаться в живом, естественно, реал-тайм общении, то приходите на Twitch, я буду вам рад. Если же нет, тогда приятного просмотра на ютубчике. Начать приключение. Растение против зомби. Это ваш дом, зомбакула. А это ваши соседи, зомбакула. Нажмите. Ну, я думаю, что особо это читать не надо, да? Отличная работа, нажмите и погнали. Собираем солнышки. Я думаю, что все играли, наверное, да, в эту игру, поэтому особо-то распинаться и не надо у механиках игры. Все довольно просто. Собираешь солнышки, покупаешь за них в панели какие-то растения, выставляешь и не даешь зомби пробраться к тебе на лужайку. Вообще тут много всякого юмора, я там заметил. В менюшке даже много всего, с чем можно поугарать. Что началось-то? Что началось? Ох, что началось, ох, что началось. Пятьсот рыба-катана Анита швырнула в Стаса саму черешню, купленную за скидку. Вау. Пока Стас гоняет, Анита ушла готовить пловик и пытаться что-то на обеда курить. Потому что сама она была и грустная, и совсем вялая. Анита слышит стрим на кухне, но, к сожалению, телефон дурак тихий. А так всем привет за шипящей сковородкочкой. Я рутя. Спасибо большое, Анит. Спасибо тебе огромное за рыбки. За подаренные 500 рыбок. Спасибо тебе большое. Желаю тебе очень вкусненького пловика. Надеюсь, ты будешь... Когда покушаешь, ты будешь просто счастлива, довольна. И у тебя будет прекрасное настроение. Полетели. Так. Но теперь это все по-серьезному. Это уже не детские игры, да? Почти что это кастомков. Warcraft 3. Я представляю себе, такая была бы кастомка. Есть же, кстати, да, у Warcraft же куча всяких кастомок. Там они и Tower Defense всякие делают. Чего только нет в этом Warcraft. Давайте, зомби, уже пора наступать-то. Ну, когда уже наступать-то начнем? Вот давно пора, бэнк. Ставим. Blue Free Drago, привет, привет. Бум. Давай, зомби, попробуй подойти ко мне поближе, и я тебе откушу голову. В этот раз я тебе, а не ты мне. Most Dangerous Nightmare. Привет, привет, кошмар. Оторвался от динозавров, пришел к нам. Добро пожаловать. Рад тебя видеть. Подсолнух смотрит прямо в душу. Да, он жаждет. Жаждет твоей душоночки. Как маленькой жареной тушеночки. А второго лица это как? Да, кстати, это как. Держи. Ладно, отвлекаюсь на чат. Не успевай солнышки все собирать. Последняя балда. И она нам не страшна. За мозги! Во-во-во, я ждал, когда начнутся советы давать. Как сажать растения, как играть в эту игру. Ребят, спасибо, конечно. Я думаю, я сам справлюсь. Нам дали взрывную вишню.
Это ваш дом, Замбакула, а это ваши соседи, Замбакула. Как вы будете жить с этими соседями? Вот так вот, посадим подсолнухов побольше. Гроздь. И будем нормально жить. Давай, подсолнушек. Оп. Сажай все в разнобой, да-да-да. Чтоб у людей просто, у перфекционистов, чтобы было все совсем плохо. Они такие, а-а-а. Где симметрия? Сломалась психика просто. Я буду первым, мне кажется. Хам. Брайт. Я думаю, что зомби нам уже не страшны. Давай без подсолнухов или слабо. Да я думаю, мы бы затащили бы. И без подсолнухов бы эту миссию. Ну вот эту бы, по крайней мере, начальный можно затащить и без подсолнухов. А вот дальше там уже, мне кажется, нереально вообще. Тем более тут всего лишь 3 подсолнуха. Потихоньку, потихоньку, ты нет-нет, да на пушки соберешь. А вот дальше, дальше, я даже не знаю. Особенно, когда с ведрами на голове пойдут. О, уже, уже с конусами поперли. Убивай его. Без подсолнуха можно пройти почти всю игру. Мощь. Но типа зачем? Если есть такая ачивка, конечно, то, наверное, есть смысл запариваться, да? А так-то зачем? Убивай зомби! Несчастные зомби. Они всего-то хотели съесть твои мозги. Ну что тебе, мозгов для зомби жалко. Видимо, да. Не можешь увести чат на экран? Не, не могу. Чат не могу. Точнее могу, но он, я думаю, я вначале хотел чат вывести. Но я посмотрел, как это будет выглядеть, и выглядит некрасиво. Я не хочу. Тут и так экранчик маленький, игровой. Это надо было полностью по-хитрому, короче, все типа сдвигать. Я все сдвинул, посмотрел, как это выглядит, и мне не понравилось. Я решил сделать такое вот украшение небольшое. Тут же экран маленький, как бы здесь черные полосы по краям. Так игра старая, на Full HD ее нет варианта, поэтому приходится играть так. Мне не страшно зомби по колесу, с мозгов-то нет. Это хитро. Ты хитер, молодец. Сажай! Мне нравится вот эта надпись, она кричащая прям. Сажай! Так, ну у нас уже есть орех, а это уже возможности просто гениальнейшие. С орехом можно продвигать всякое. Ни один зомби не пройдет. Вот, кроме этого. Он настырно идет к нам. Давай мне еще один, быстрее горох. Быстрее дай гороха, дай горох, дай. Добуди, добудай. Нужно еще подсолнушек, давай. Стас, некоторые люди проходят только 2-3 с двумя тремя растениями на весь. Так, подожди, сейчас солнышки соберу и дочитаю. Что на весь? На весь уровень. По сравнению с этим, пройти без подсолнухов — это фигня. Да? Ну это маньяки какие-то. Кто ж так играет-то? Ну ладно, может я когда-нибудь так заиграю. А может и нет. Вот видите, меня просят наоборот больше подсолнухов сажать. Извольте подарок принять. Май. Так, я не могу посмотреть, ребята, кто подарок подарил, к сожалению.
Мне нереально сейчас свернуться, поэтому я даже мелкие донаты не смогу посмотреть. Ну, то есть там до 100 рублей. Потому что мне придется полностью все сворачивать. Растролирован! Так он пол ореха сожрал. Посмотри, орех как погрустнел. Найн, кушать мой орех. Этот орех очень расстроен. Давай будем здесь ставить. Ой, не тут я поставил. Ой, не тут. Пиу-пиу. Расстрелирован. Где мой орех? Мне нужен орех, срочно. Еще один. Подать ему орех. Орех. Еще расстрелирован. Что-то Кабази давно не было видно. Да, что-то он забрел, видимо, у кого-то в другое место. У тебя что, один моник? Я даже тебе больше скажу, у меня вообще нет монитора, я с телевизора. Поэтому, да, у меня он один. Я несчастный стример, у меня нет телевизоров. Задонайте на телевизор, пожалуйста, новый. Приближается большая волна зомби. Так, хоп, хоп. Расстрелирован. Все, стена построена. Ни один зомби не проскачет. И не проскочит. Пыль. Вот, видели? Чтобы вместо обоев клеить на стены телевизоры, ну а то, чтобы я был весь в телевизорах. Лопата сломалась, киньте донат на новую лопату, а то зомби меня съедят. Во, вот так надо было. Ой, обожаю этого чувака. Привет, сосед. Меня зовут Безумный Дэйв. Но ты можешь звать меня просто Безумный Дэйв. Слушай, у меня есть сюрприз для тебя. Но сначала тебе надо очистить лужайку. Используй лопату, чтобы выкопать эти растения. Начинай копать! Классный вообще. Обожаю, ты лучший персонаж, наверное, из всех. Ку-ку, а вот и сюрприз. Мы идем на боулинг. Вот возьми это стена орех. А семена ореха? Почему я дал тебе семена ореха? Потому что я безумный. Давай выиграй в боулинг уже. Начинай уже выигрывать боулинг. Да, ребят, кто там ругается в чате, сразу получит по шапке. Я вам сразу предупреждаю. Юкари вообще не дремлет. Сразу кия-кия и все, удар кунг-фу. Давайте киданем орехом. А то тут я уже смотрю, на нас надвигаются зомби. Я пока не тороплюсь, потому что типа зачем? Будет вторая стена зомби, и мы им раздадим. Вот. Оп. Помай-ка вот это, проклятый зомби. Прикольная штука во второй части мне что понравилось. За то, что можно ускорять игру. Вот так вот, зомби. Как тебе такое? Здесь же такое нельзя, поэтому приходится ждать. Бум. Эх, пролетело, да. Вот тут можно, кстати, красным орехом вжарить. Он же взрывной, насколько я помню, да? Бум. Вот так вот. Тащите свои орехи, проклятые зомби. Давай, скатим вниз, да, вот снизу. Ну, кстати, тут тоже можно вжарить. Оп. Отлично, мне кажется, зайдет. Кусь. Так, еще кусь. 101 рыбок от мозги и мозги и... Мозги и... Мозги. Точка. Мозги.
Мозги. О, отлично, отлично выбили. Страйк. Давай вот это тоже. Оп, хорош. Давай там раскоси их всех. Как-то они неуверенно идут. Зомби, вы что такие неуверенные? Вы же зомби. Должны быть уверены в себе. Все, я уже, мне надоело ждать. Я психанул. Оставим взрывных орехов да побольше. Вот сюда вот сейчас их. Запилю! Бум! Детка! Все, пошла опасная, опасная череда опасных зомби. Там дождемся. Не трать взрывные орехи просто так, Стас. Вот видишь, как у кого-то подгорать, наверное, будет, да? С моих использований орехов. А я вот такой вот, да, парень. Я люблю пользовать орехи. Вот здесь, кстати, опасно. Мол, здесь, смотри, запустим, сразу убьем половину. Бум! Как тебе такое, Самвел? О, я мимо орех пустил, Самвел, не отписывайся после такого. Вот так вот. Ой, картошечка, обожаю ее. Трать орехи. Трать орехи и грызи их, как гранит науки. Ой, спрыгуны, это же вообще отстой. Вы же помните, как они перепрыгивают сквозь все вообще, им на все наплевать. Их ничто не останавливает. Дайте мне бадзон, мужик. Разрастаемся. Ох эти зомби, ох эти зомби. Давайте, зомби, подходите на мою картошечку. Решил позариться на мою картошечку, проклятый зомби. Бум! Не ожидал такого, да, зомби? Я вот такой вот парень. Я люблю сюрпризы устраивать. Ладно, пока рано. Пока не будем орехи ставить. Миллиард, нет, не сидел у тебя, Стас. Привет. Гастер, привет. Привет. Молодец, что заглянул спустя там миллион лет. Олег. Как орех. Я увидел слово орех и сразу Олег почему-то подумал, не знаю. Так, 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 снизу, снизу зомби пытаются проскочить. Слишком быстрые зомби. Скачут туда-сюда, как угорелые. Дайте мне еще быстрее плюющегося. Срочно надо ставить вот сюда. Смотри, он сейчас такой, типа, я прыгну. А мы тут-то мы его и встретим. Зацени. Прыгать будет. Дурачок. Орех-то еще, картоха-то еще не выросла. Неудачник. Ставлю 100 на то, что зомби с шестом. Зомби с шестом пройдет. Никогда. Смотри. Оп! Видал такой трюк? Ты как-нибудь такое видал вообще, как я зомби хитро обхитрил? А? А? Поньк! И все, нет зомби. Как тебе такое? Давайте где-нибудь еще здесь залепим. Картошечку они, конечно, обхитрить научились. Но меня вот обхитрить у них ничего не выйдет. Надо вот тут ставить. Раз тут у меня защита уже стоит. О, порвало зомби! Только не того самого зомби. Это же тот самый зомби. Это слишком легкая игра от начала и до конца. Но этой части она действительно несложная. Она действительно несложная. И в этом ее прелесть, кстати. То, что она тебя не напрягает, ты просто кайфуешь, понимаешь? Играешь, кайфуешь. Вторая часть, она слишком напряжная. Там надо закладывать такое задротство. Это уже не для того, чтобы ты просто кайфанул. А для того, чтобы с тебя денег как бы поиметь.
Застрелить бегуна! Отстрели ему руку, чтобы он не смог прыгнуть. Отстрелить ему ногу! Руку! Все части тела! Ну все, тут мы уже побеждаем. У врага вообще нет ни единой возможности. Максимум до картохи доберется. Опа! Блок. Вот так вот. Я люблю этот цветочек. Игра несложная, но при этом ты можешь тут отдохнуть и наслаждаться. Я ж про что и говорю, да, действительно так и есть. Бладмен. 13-й. Бладмен, поздравляю тебя с 13-м месяцем. Спасибо тебе большое за большую переподписку. Спасибо большое. Я рад, что ты с нами. Рад, что тебе с нами по кайфу. Надеюсь, тебе и дальше будет с нами по кайфу. Ладно. Так, зомби опять начинают. Ставим по стариночке, да? У нас проверенный есть способ. Есть проверенный способ. А способ-то проверенный. Гардошечка. Бум! Неожиданно, зомби. Такого вот ты точно не ожидал, да? Давай денег. Блин, как дорого стоят эти цветы, а? Опачки, кто у нас тут подмерз такой? Кто у нас тут такой замерзший, как суслик зомби? Как суслик и цуцик. О, начинается. Опачки, не ожидал, зомби, что я подловлю тебя так, да? По-моему, отличная игра вообще. Как в детстве играю в нее, наслаждаюсь. Картофаны, они крутые. Картошка вообще одна из самых крутых вещей. Она дешевая и крутая. Так, тут уже будет две волны зомби. Какой хитрец, какой хитрец. Ты посмотри, а. Ох, молодец, хитрец. Пум-пум-пум, пум-пум-пум. Сразу мы встречаем его. А то на разгоне, ты посмотри, а. Думают, палку приобрел, так все теперь, да? Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай еще. Где еще? Где? Палево! Картошку сажай! Безмозглые соседи, ничто против акулы садовода. Бум! Как вовремя картошечка-то вылезла! Картошечка была, как всегда, вовремя. Все. Имбу собрали, уже ничего не боимся. Можно даже орехи, наверное, тоже не ставить. Что там, первая волна зомби? На всякий случай. Подходите, зомби. Раскидаем. Не динамит, походу. Ты кому-то в любви признавался? Тебя задинамили? Не переживай. У меня солнышко исчезло. Я его пропустил, пока смотрел чат. Нет, солнышко. Как я мог предать солнышко? Ого, на разгоне опять этот парень. Скоростной бил.
Или скоростной Дэйв, называйте его как хотите. Но этот парень тут не пройдет. Да можно даже не ставить ничего, вот честное слово. Даже ореховые стены нам не нужны. Будем натыкаем бомб и нормально. Перепрыгнешь? По-моему, нет. Кто там говорил, две стены солнца надо? Я сейчас поставлю второй дизлайк за солнышко. Нет! Только не дизлайки. Я исправлюсь. Не хочу больше ничего строить, мы так пройдем. А сейчас раз и не проходим, прикинь. Вот это будет поворот. Ладно, давай, куда деньги тратить-то? Бам! Куда-то ж надо солнышки все потратить. Буду звать его Быстрый Гонзалес. Тоже неплохо. Так, ну что, вторая у нас там волна поджимает, а это последняя же. Подтаскивай, народ. Давай, давай, сейчас как раз там нормально. Мы тебя встретим тут же, а? Вишенку не забудь. О, в натуре, вишенка же. Бам. Хоть раз-то вжарим. Я про него вообще забыл. Спасибо за то, что напомнили. Вот цветы люблю, которые пожирают. Они вот этих ветроголовых прям вообще за радость кушать будут. 150, правда, стоит. Но поедает. О, с ведром на башке. С ведром на башке. Так, что будем делать? Кого выставим? Хорошая штука, но я, наверное, не буду ее трогать. Хотя можно взять вместо ледяной. Ледяные вообще имба, конечно. Сами же понимаете. Дорого. Давайте, ладно, ледяных брать не будем. Возьмем солнышки. Вот так вот, да? Обязательно орех. Да? По 150, ну вот так вот. Поехали. Попробуем через растения поиграть. Ну, я имею в виду через жующие растения. Так-то все у нас тут растения. Напряженные первые минуты. Зомби-то аркоминг уже. Первого зомби останавливать, кстати, вот на изи. Просто берешь его, останавливаешь самого первого, самым дешевым средством. И в это время напихиваешь себе цветов побольше. Потом уже тебе легко строить. Бум. Картофель. Сейчас посмотрим, откуда следующий пойдет. А эта же собака может перепрыгнуть, да? Я просто подумал про прыгучего. А прыгучие-то там были, я что-то не запомнил. Не увидел, точнее, момент. По-моему, прыгучих не было, да? Были обычные, бегущие, ползучие и с ведром. Где следующий? Нашел прекрасные, приятные карамельные конфетки. Приятного тебе объедания сладкими. Так, ну этого мы и так заберем, походу, да? Нам не нужно дополнительной помощи. Мы, наверное, с одним горохом сможем его забить. Хотя я не уверен, смотри, как он уверенно идет. Давай-ка второй подключим. Походу, нет. Умри! Зомби! Не дай ему съесть наши... Цветы, нет! Убивай зомби, нет! Он здесь цветочек! Мы успели. Слышь, какой уверенный наглый зомби. Это наглость и хамство с его стороны. Ведроголов! А, бам!
Я не помню, кстати, как в этой части работало. Ест он через орех, нет? Ам! Да, перевариваем. Так. Ну, мы вообще, по-моему, классно с вами устроились. У нас все просто супер. Доппелгангер, привет, привет. Давай, Аня, удачи тебе. Хе-хе-хе, не дошло. Неудачник. Ну, давай его тут поставим пока. Не знаю, почему я так решил. Надо было ставить-то там, где железноголовый идет этот. Ведророжий. Ага, он там и идет, кстати, как раз таки. Ха-ха-ха-ха-ха. Тут-то мы его и встретим. А, тут всего одна волна. Пфф, на изи просто. Давай, для симметрии. Мы за симметрию. Артист, привет. А что за версия с такой рамкой? Ну, рамку я сам сделал. О, это же быстрый, мега-супер-быстрый, да? Поливун. Какой бы Моник хотел себе? Но я сейчас, Катя, пока даже об этом не думал. Все будет, наверное, начинаться с того, что я буду присматривать себе вначале стол. Размещу его дома, а потом уже буду думать, что на него устанавливать. Хотелось, конечно, бы какой-то крупный, широкоформатный, 4К, знаешь, вот такое все. Ну, прям хочется современности хапнуть, понимаешь? Потому что я уже давно что-то себе такого не покупал. Вот компьютер обновил до современных возможностей, скажем так, да, нынешнего производства. И мне так кайфово с ним. И я хочу такое же ощутить с монитором. Просто ощущение, что было потрясающе. Во-первых, мне хочется вообще посмотреть, что такое 4К. Я никогда не видел 4К-шную картинку. Вот так, чтобы я сидел, знаете, и наслаждался ей. Никогда, честное слово. Мне просто интересно вот разницу почувствовать. В магазинах то, что там стоят, картинки загружают, какие-то там они крутятся. Это одно, да, когда ты играешь, совсем другое. Мне кажется, ощущения, ну, они различные. Не похожи друг на друга. Не знаю, давайте попробуем, наверное, взять вот так, да. Обязательно. Давай, наверное, вот так. И еще кого взять? Ну, давай вишню под конец. Мало ли вдруг. Вдруг вишня. Вот так будет красивее. Поехали. А какой конкретно телевизор? Вот именно модель там, да, и так далее. Я даже пока об этом не думал. Так, первые зомби. Ну, давай тут поставим тебя. Пока дойдешь, мы уже успеем все сделать. Но тут будет сейчас посложнее, потому что 2 сотки выбить и 1 сотку это разные вещи. Мощь, конечно, велика у этого плюющего гороха, да? Но прям выбить сложно. Вот следующий идет. Все, пошел аппарат аннигилирования. Дайте мне еще нужно больше солнца. Я слишком солнцезависимый. Что больше солнца, то вообще не успею, наверное, закрыть. Пока так, избавимся. Итак, я себе ТВ в 54 дюйма взял, изображение крутое, 4К, да?
Ну, контента прямо не так много. Но учитывая, что для игр, наверное, стоит того. Ну да, да, игрушки-то, они все-таки... многие уже под 4К замороченные. Походу, тут не успею, да? Давай тут поставим. Пока орех тут, наверное, поставим. Не жри мой орех! Сейчас. Пока ты ешь мой орех, мое оружие мести готовится. О, тут бегун есть, ёлы-палы. Нет, бегун. Давай быстрее, орех доедают. Солнышки. Там орех уже почти плачет. Не плачь, орех. Мы справимся. Они сожрали мой орех, ты представляешь? Фига. Вот это проглоты. Кто ж так ведет себе с орехом? Давай мне еще надо. Пока орехи не съедены. Отлично. Сейчас две линии поставим, вообще будет на все наплевать. Сколько мы уже стримим? Ну, можешь посмотреть, если ты вобьешь тайм. Восклицательный знак тайм, ты увидишь, сколько времени идет стрим. Я думаю, что недолго. Так, так, сразу же останавливаем. Ой, этого мы успеем добить? Ну, наверное, да, смотри, тот рано упал, да? Я думаю, сейчас тоже грохнется. Все, падай. Отлично. Пока все идет по плану. По плану Айзена, естественно. Айзена Сурски. Айзен! Надо было сюда ставить. Да? Мы сюда влепим. Ой, как много. В чат не смотреть. Не смотри в чат. Много солнышек. Слишком много солнышек. Опа! Ветроголовый пошел. Но он не дойдет, наверное, даже до картохи не дойдет. Да не смотри-ка, до картохи дойдет легко, прикинь. Вот это ведроголовый, пипец, вот это вот мощь. Вали его. Давай, прыгай. Тут там у тебя и встретим. Так, ведроголовый. До нашего ореха пытается добраться. Паскудник. Не для тебя я свой орешечек растил, правильно, да? Правильно я ему говорю? Ну, я ему и говорю. Не подходить к ореху! Орех заминирован! Последняя волна. Волна ужаса, но мы готовы к ней. Мне даже зубастый не понадобился, да? Я удивлен, как попкам умудряются делать такие расслабляющие интересные игры. Да у них вообще круто получалось. Я не знаю, кстати, вторую часть тоже они делали? Но там все, там даже можно уже ничего не выставлять. Это просто смерть. Вот картошечку для симметрии. Боинг. Бум. Детка. Легко прошли просто. Здравствуйте, мы собираемся напасть на ваш дом. Искренне ваши зомби. Это милые сообщения от зомби. Они реально собираются напасть. Фига, сколько зомби, слишком много зомби.
Не, слышь, у нас с вами... Отлично, я к этому готов. Легко просто, на изи. Зомби, вы никаким образом не напугаете меня, я вас порву. Блин, обалденная музыка, какая же музыка офигенная в этой игре, а? Обожаю ее. Вот это я понимаю саундтрек. Не ешь наш орех. Вот интересно, стоит ли нам ставить эти писюльки первоуровневые, ну типа слабые. Картошечка пошла. Еще картошечка. Так, у нас уже доел цветочек. Прекрасно себя вполне чувствует, да? Куда же нам поставить? Ну давай здесь, здесь вообще ничего не стоит. Да хватит мне сувать эти первоуровневые, и скармливать их пора. Прикроемся. И зомби, ладно. Дай мне крутого Игоря крутого подай. Не есть цветы. Цветы это цветы жизни. Все, я психанул. Бум! Ты не ожидал! Ты не ожидал! Он не ожидал, ребят. Вот! По-моему, прекрасно строим. Вторая часть сделалась, когда их купили Electronic Arts, и там появились донаты, и куча миров, и уровней, а также количество рисовки, качество рисовки изменилось очень. В общем, можно играть, но они явно испортили игру, видимо, да? Ну я не знаю, игрушка-то довольно забавная, она все равно фановая получилась. Несмотря даже на то, что там куча доната. Еще же потом Electronic Arts, насколько я помню, они выпустили какую-то мобу по вселенной этой игры. Мы-то тот орех мы отправили на пенсию. Буяка! Бум! Буяка! Бум! Смерть! Ну все, мы на фулы. Можете есть, нам все равно. Где цветочки? Где цветочки поедатели? Я не вижу. Для симметрии моей божественной. Я не вижу их. Ладно, я буду ставить уже туда вторую стену обороны. Из ускоряющих. Просто атомный огонь. Где поедатели? Я не вижу. Пожиратели, поедатели. Мне уже надоело откапывать. Взрывай все, я тебе говорю. Что за фигня?
Ладно, они там не проберутся. Поедатели мне не дают. О, сейчас будет последняя волна, да? Ай, взрывай все. А, это не то, что я хотел. Тогда вот так. По жопке. О, грибы открылись. Отлично. Не дали под конец растения, моя идеальная симметрия не была закончена. Я расстроен. Первая серия по этой замечательной игре подошла к концу. Вы знаете, как отблагодарить. Поставьте, конечно, пальчик вверх, обязательно напишите комментарий, ну и, естественно, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Twitch, подписывайтесь на ютубчик, везде приходите, всюду вам рады. Ну а с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую и люблю. Увидимся в новых приключениях. Всем пока.